благотворительный концерт нового фонда «Мы поможем». Помощи сегодня... детям, страдающим эпилепсией. Сегодня открытие фонда «Мы поможем». Это достойно отдельных аплодисментов. Все собранные из Москвы пойдут на обследование и реабилитацию девочки Абдулкиной Анечки, которая исполнилась 5 лет. Диагноз ДЦП смешанная форма. Идет борьба за будущее ребенка, кем она будет, зависит от нас и, конечно же, от его настоящих родителей. Отдельные аплодисменты родителям! Аплодисменты родителям! А просто скажу, главное, это рядом близкие и поддержка реально близких людей. Если они есть таковы, значит, все будет хорошо. Я вас... Лишних слов.
обследование. Мы сейчас предлагаем вам сыграть в лотерею. Билет будет стоить 500 рублей. Лотерея беспроигрышная. Человек, который покупает билет, получает гарантированный приз от наших спонсоров. То есть это могут быть и готовые сертификаты, и различные призы. Если у вас есть желание помочь, мы дарим вам подарок, а вы Анечке 500 рублей. Вот. Всем спасибо. Где ведущий? Спасибо.